желтый скотч, и тут желтый скотч, и на меня желтый скотч намотали. Что вообще здесь происходит? И тут желтый скотч, и тут желтый скотч, и тут желтый скотч. Сегодня 4 февраля, мы сейчас в Питере, возле Ледового дворца. И тут жутко много людей с желтым скотчем. Сегодня вечером будет концерт 21 Pilots. А люди уже стоят, ждут в очереди. Причем прикол в том, что есть люди, которые ждут еще со вчерашнего утра. Девчонки, это вы со вчерашнего утра ждете, да? Ага. О, ништяк. А вы сколько приехали? Ну, тут уже. 15. Круто. 90. Они более суток тут уже стоят. А, нет, не более суток, меньше. Ну, короче, им вообще до концерта ждать больше суток. Маньяки. But those who know him most know he goes by Nico. He told me I'm a copy. When I hear him mock me, that's almost stopped me. Well, we're surrounded and we're hounded. There's no above or a secret door. What are we here for if not to run straight through all? И это только очередь, которые заняли свои места еще вчера. Здесь стоят ребята, которые сегодня утром пришли. Короче говоря, тут уже, наверное, по 1000 человек народу. Охренеть. А концерт будет только через 12 часов. Все хотят быть первыми, стоять ближе к сцене. Толпы людей в желтом скотче заполонили окрестности Ледового. Все с нетерпением ждали начала концерта. Гигантская очередь превратилась в большую тусу с общением, песнями и плясками. В питерской очереди было настолько душевно. Люди из секторов сопереживали нам и приносили пиццу, колу, печеньки, кофе, чтобы поддержать стоящих в очереди. Спасибо им огромное. Эта общая движуха сплотила нас, как родных. Правда, погода была веселенькая. Валил мокрый снег, пронизывал ветер. Все промокли, промерзли, но все равно было весело. Время пролетело очень быстро. А когда открыли двери и все ринулись внутрь, ух, что началось! Все ломанули к сцене! Thank you.